несколько раз дождь моросил, но начался ветер, буря, и, скорее всего, разметет эти, как называется, облака. Ну, правда, облака действительно уходят. Это плюс, но существует и минус. Если сильная буря начнется, начнет штормить, то нам надо будет убегать тогда. Народ сначала убежал с пляжа, потом поел, попил, отдохнул и опять к морю спустились. Кто с удочками, кто играет, кто фотосессии устраивает. Короче, классная движуха. Что, котик? Надо полотенцем хорошо изнутри натереть. Ноги? Кроссовки. Ну, надо будет, да. Мне надо носки одеть. Я ногу натерла с непривычки. Закрытые ботинки одела. Дочка влезла в воду. В лужу. В лужу влезла. Возле моря лужу нашла. Смотри, кстати, здесь обычно... Что-то не так. Здесь что-то поменялось. Да, что-то не так. Обычно здесь все в тине. Сейчас и почистили, что ли. А мне кажется, знаешь, что здесь как будто вот это отгородили бортик. Нет, здесь, я знаю, мужики рыбу ловят, вытаскивают, чистят, сидят.